он меню Fraps записывает, но сам значок FPS не вообще не обновляется, он как бы застыл. Попытаемся настроить пилота. Здесь мы видим пилота, модельку приблизить вроде нельзя, ну или если можно, то не знаю как. Пусто, он просто на черном фоне. Модель непонятно, детализирована или нет, приблизить-то нельзя. Выбираем куртку, можно менять. Фуражку. Причем до этого было смешно, у меня он... О, пропадал вот так вот. Хоп, пропал. Хоп, появился. Англичанин А, англичанин Б. Это Германия, а Италия? Хопа, нету. Итальянца не дали. Пиздец. Менюшка напоминает что-то недоделанное. Интерфейс как будто недокрученный. Такое ощущение, что как бы его набросок сделали чисто такой программистки, а дизайнеры сюда вообще руку не прикладывали. Ну как бы, знаете, временно так сделали, сделали, да и ладно. Просто вот настройки пилота вообще прям такой простейший шрифт ни о чем. Задника никакого нет. Эти полоски внизу. Пипец, непонятно чё. Нету никакой эмблемы. Здесь кнопочки простейшие вообще. Здесь вот эта хрень как-то нету ободка. И он, видите, он как бы пропадает в никуда тут. Ну, про то, что итальянцы нет, сами понимаете. Так. Сохранили. Так, тут жесть такая, какая она есть. Можно смотреть это из главного меню. Можно прийти в самолетики посмотреть. Мы их тут выбираем. И тут, конечно, жесть такая, какая она есть. Это пипец. Чистая моделька, без всякого, опять же, фона. Фон должен быть хотя бы небо какое-нибудь, там море, еще что-то. Ангар. Ангар лучше всего. Такой, чтобы, знаете, он стоял в ангаре, и все так красиво, и крутилась камера вокруг него, как, ну, как, к примеру, World of Tanks. Причем World of Tanks там, как известно, построена на движке стратегии, поэтому там графика не самая крутая, и то круто. А тут могли бы вообще мега сделать, как в какой-нибудь демке для видеокарт. Но здесь сделано прям реально позорно. Опять же, все без оформления, но это неудивительно, чтобы не выбивалось из общей. Иначе было бы глупо, если одна страничка без оформления, а все остальное с оформлением, или наоборот. Позывной Callsign 0, Callsign 1. Полк. Сквадрилья. Визуальный износ. Ну-ка. Цвет меняется. Ну, может, если приблизить, но приблизить я не знаю как. Физический износ. Так, ну, в общем, здесь, конечно, опять же, позорно. Позорно. Мы видим... Одиночная сетевая игра. Заходим в одиночную. Тут обучение, быстрый редактор, отдельные задания компании, главное меню. Обучение. Тут пока что основы пилотажа, взлет, посадка, соло, штопор. Но я думаю, они потом еще откроются, скорее всего. Потому что я что-то не вижу стрельбы. Итак, господа, вот он. Я уже, правда, поиграл минут 10-15. Скажем так, больше протрахался, потому что первые разы при попытке запуска... Обучение она вылетала, но я так понял, это из-за того, что у меня на диске C просто не было места. 600 мегабайт всего было, а она свопила, скорее всего, поэтому из-за этого. В этом, так
так и быть уж обвинять особо не буду, хотя неприятно. Но, пожалуй, все-таки я виноват. А вот сейчас запустил, графику поставил практически все на максимум, но ночью выдает 8-9 FPS. И это еще даже не все на максимум, но практически все. Но не все, но практически все. А оно выглядит пока что не кисло. Очень не... Так. Большая проблема в том, что вот это обучение и вот ты его типа вроде прошел, непонятно было, что делать, потому что он говорит не по-русски, хотя казалось бы, да, россияне делают. Он говорит на каком-то другом языке. Там вверху очень стрёмно пишется, что надо делать, как лог, знаете, то есть вообще без дизайна, без всего, прям сверху пишется, очень стрёмно выглядит. Дальше вот я кручу вокруг самолета этот джойстик маленький, трогаю на этом, на джойстике, вернее, как этот, ну да, так и есть, джойстик на джойстике. И он нельзя плавно крутить. Ну, вообще крутить нельзя. То есть вправо повернул, он вот так вот поворачивается на несколько градусов. Вот. То есть нельзя, да, чтобы крутить и в любом месте. Вот он сейчас сказал, я типа приземляюсь. Ты все дело сделано. Ну и хуе. Почему нахуй мне смотреть на него, как он приземляется? Тем более он приземляться не будет, потому что я когда первый раз сделал там что-то не так, он сказал, все, косяк, я беру управление на себя, буду приземляться. Я там ждал несколько минут, ничего не произошло. Потом в следующий раз я запустил, я упал об землю, разбился, и все, и так и осталось оно. Представляете, задание не закончилось, не предложило перезапустить. Он просто самолет валялся, и все. Я не стал смотреть, взорвется он или нет. Ну, я подождал секунд 10. Но, в общем, он не взорвался. Упал я, ну, штопором я упал. Он особо и не сломался, но это я еще потом покажу в дальнейшем. Вот. Ну, в общем, ну, не знаю, вот это вот он сам делает, это не я. А, может, это он и приземляется все-таки, собака. Я только думал, аэродром будет. Деревьев нету, я не знаю, вот это внизу текстуры, это так и должно быть, типа кусты. Потому что это явно не деревья, ну, не такие 3D-шные, а что-то типа бампа. Причем достаточно стрёмно выглядящего. Хотя я вроде поставил, на всякий случай, ландшафт, там, по-моему, деревьев нет. А, деревьев нет такого пункта меню, давайте посмотрим, чтобы не париться. Вот ви... Блять, сука. Видео дополнить. А, ебать, все настройки слетели, сука, я стоял, стоял. Так вот, при попытке изменить настройки видео не из главного меню, когда ты в нем находишься, блять. Последняя, блять, относилась к вылету игры. Она не из-за ничего вылетела. И если вначале я сказал, что это скорее всего из-за того, что не хватало свопа, то сейчас этого-то уже хватает. И значит вылетела она. Нет прощения. Вылетела она уже у меня лично раз 6-7. А звук тут ебанутый совершенно. Как это говорит радист, я имею в виду, как-то отрывками. Ну, может, так и должно быть, хуй знает, но противно режет по слуху, как будто... Ну, хер, может, так и должно быть, ну, по ебанутому, короче. Вот. Настройки нихуя не сохраняются. Я выставлял уже два раза разрешение 1280 на 800. При том, что 1280 на 720 вообще нету. Почему-то. Вот. И заебал уже, сука, выставлять настройки. Выбешивает меня уже в этом отношении игра. Уже видно, что она крайне, крайне забагованная. Крайне забагованная. Тормозная, похоже, сейчас это полностью проверить не удается. Ну и так видно, что она тормозная, но полностью проверить не удается, потому что вот, как только 1280 ты что-то еще настроил, она, блядь, вылетает нахуй. Вот. Интересно, знать, тут карта-то есть. Ну, на мэне работает. А, вон, бля, впервые увидел кольцо, наконец-то, нахуй.
Вон оно, сука, колечко. Но при этом никакой стрелки, блядь, нету. Стрелки куда лететь. Или карты хотя бы, мини-карты. Ебать вообще, что за говно, а? Тормозит вот. Адски. Ёбаная эпилепсия, блядь. Сука, позаботились, блядь, о трех эпилептиках. Зато, сука, все остальные миллионы, блядь, из-за них страдать должны, нахуй. И играть в эту тормозную поебень. Вообще пиздец, блядь, сука. Ладно, сделаю первое видео, ща это залью, потому что я думаю, я еще долго буду с этим ебаться и... А учитывая, что большое разрешение, еще там жать долго надо будет. Ну вот так вот, дальше буду записывать потом. Okay. DMC.